Якось він сказав, що ніколи не стане героєм рубрики про культуру. Мабуть, він не знав про існування нашої програми, яка називає культурою все, що примушує зупинитися, послухати, подивитися, посмакувати і при цьому подумати. Андрій Орлов, він же Орлуша, тепер відгукується на прізвисько поет. Хоча писати вірші почав років із 10, а тепер йому 58. На запитання, чим ви займалися раніше, відповідає це розмова на 2 години. До Дніпра поет із Росії приїхав на запрошення обласної державної адміністрації поговорити, почитати вірші та показати, що і в Росії живуть патріоти України. Я чоловік достатньо відкрито говорящий. Обвинения есть в 2 стороны, даже в 3. Одна, что я продался за огромные деньги в Украине и ввали в свою Украину Орлуша, Хохлуша, там как меня окрестили, чем, честно сказать, не очень обидели. Я к этому отнесся так же, по-моему, как многие здравые люди здесь относятся к слову «укроп» или «жидобандеровец». То есть лучше быть голубым, чем красным, и лучше быть хохлушей, чем слугой режима. Какие еще необычные площадки для выступлений были и много администрации? Женская баня в городе Сиэтл. Ну, в женской бане, скажу, интересненько. Там много можно увидеть нового, человеку 58 лет от роду. Ну, я не знаю, я на самом деле для меня нет понятия площадки, для меня есть понятие людей. Если будь это цирк лилипутов в городе Пекине, если соберутся люди, которые хотят меня послушать, я выступлю там. Здесь, ну, конечно, для меня было непривычно, площадка для меня, как я говорю, не самая привычная, но я выступаю и в России, и в других странах, я выступаю в самых странных местах, я всегда оцениваю, что за люди придут слушать, и кто это может или не может каким-то образом использовать. Буквально по фразе «я ездил в Украину» или «на Украину». Ты говоришь «в», тебя поправляют на и уходят «на». Это написано после одного разговора с моей мамой. Называется «каминг-аут». Эти строки будет горько и больно читать моей матери. От меня отвернутся много друзей и знакомых. Те, кто вслед называют меня сейчас нацпредателем, назовут меня Укропидора и Хохлогома. На меня будут косо смотреть жильцы по соседству. Впрочем, я и сейчас для них поведением странен. Но я был не таким, как они. И я помню с детства все слова и клички, которыми был поранен. Я любил всегда одеваться не как другие. Я носил прическу с бетловской по брови челкой. Мои красные брюки клеш мели мостовые. А друзья-пионеры дразнили меня девчонкой. Я под группу КИС мог раскраситься для гулянки. Я из звездочек с Лениным флаг США-шный делал. А Лешковского пел, ту, где женятся лесбиянки, когда общество Брежнева с партией славу пело. И при смене страной политических ориентаций, когда флаг СССР заменили другим, матрасным, у меня с собой не было споров и конфронтаций. Я шутил. Лучше быть голубым, чем красным. Дошутились. Совсем недолго свободы ветер нам ерошил вихры и прохладою дул на лысины. Что ни делай и как ни живи ты на этом свете, быть свободной моей стране на роду не писано. Сине-белое с красного флага слиняло в скорости. Крым вернулся, страна растет, это не масштаб ли? Ямы вырыты волчьи и сверху прикрыты хворостом. И на всех дорогах разложены те же грабли. Мы опять по кухням свободу стаканом меряем. Нас всего 15, а может быть 0,5%. А друзья, которым вчера мы безмерно верили, говорят мне, что любят климат и президента. Надоело, к подъезду идя, темноты бояться. Надоело, идя по мосту, ждать расстрела в спину. Вы хотите правду? И сам я хочу признаться, я своей страной считаю давно Украину. Я готов к ушатам дерьма, плевкам и помоям.
Я прогресс свою клетку покинул родной зверинец. Я свободно дышу, говоря российской мовой. Знаете все, друзья и враги, что я украинец. Я никогда не был советской нормой, я был хиппи. Я никогда не стал нормой российской. Я думаю, что я нормой не был бы нигде. Я тогда написал стишок, который назывался «Таксист, не говори со мной про Крым». 10 апреля 2014 года. Описание реальной ситуации. Он вел машину. Я в машине был вторым. И снова началось. За что мне это, гады? Прошу тебя, таксист, не говори про Крым. Аллахом и Христом молю тебя, не надо. Ты заебал, таксист, как мамонтов меня. Имперской херотой своей постсоветской. И чтоб не обосрать прекраснейшего дня, прошу тебя, таксист, ни слова о Донецке. Я денег обещал, тебе был адрес дан, а ты во мне разбил в людей хороших веру. Не продолжай, таксист, со мною про Майдан. Не начинай, таксист, со мною про Бандеру. Что с мозгом сделал ты, не буду говорить, уж больно там глагол заборист и интимен. Ты хочешь крови тут? Так можешь повторить, что в Киеве режим теперь нелегитимен? Не говори, таксист, про Харьков и Херсон. Умолкни, дорогой. Прошу тебя, как друга, на полную включи мне радио «Шансон». Ведь песен нет про Крым у Михаила Круга. Не говори, таксист, что ты на Киев срал, а Макаревич стал врагом и пидорасом. Давай уже, врубай Владимирский Централ. Михайловым готов я насладиться Стасом. Не говори, таксист, что русским там пиздец. Не доводи меня до ручки и одышки. А впрочем, подожди. Останови-ка здесь, на воздух, песни петь и сжечь твои покрышки. Не хочешь? Почему? Спокойно, не кричи. Ты целый год копил на новую резину? Тогда прошу тебя, немного помолчи и не пизди со мной про Крым и Украину.